«Мы отвоюем наш мир огнем и мечом», — Мельник произнес эти слова. Но я будто бы уже слышал их от Хантера. «Огнем и мечом». Но разве не так мы однажды уничтожили тот прекрасный мир? И вот огонь был в моих руках. А вон и выйдет. Действий таков. Мы с Артемом выдвигаемся в Останкино. Попытаемся забраться на башню. Дадим вам координаты и будем корректировать огонь. Ты останешься здесь, прикроешь Володю. И попробуй достучаться до наших, чтобы прислали подкрепление к башне. Ну, храни вас, ну, в кого вы там верите. Артем, бери систему наведения. Полагаюсь я только на себя и на вас. Всем остальным плевать и на нас, и на то, что мы тут человечество опять спасаем.